Вот сегодня мы посмотрим на примере этой матрицы, проанализируем жизненную программу Михаила Задорнова. Кстати, получается, вот эти показатели, это такие признаки, по которым можно сверять свой жизненный путь и понимать, правильно ли ты проживаешь вот в матрице личности тот или иной этаж, да, условно, метафорически. Да, используя определенную технику, я рассчитываю эти показатели, то есть я получаю определенные значения. Вот если мы с вами сразу посмотрим матрицу личности Михаила Задорнова, увидите, в каждом из показателей стоит определенная цифровая комбинация. Мы ее рассчитываем с помощью нумерологии. И вот эти цифровые комбинации, они указывают на конкретные задачи, ну, которые человек должен решить в той или иной сфере. В данном случае у Михаила Задорнова в показателе предназначения стоит комбинация 14/5. Мы будем разбирать подробно, что это значит. И с этой комбинацией связана конкретная задача. А дальше уже мы смотрим, как Михаил Задорнов справился с этой задачей. И настолько, насколько он с ней успешно справился, мы видим, как в его жизни проявился успех. То же самое 10/1 – это показатель в сфере отношений семьи. Он связан с конкретной задачей. И от того, как Михаил Задорнов решал эту задачу, зависели его отношения в этой сфере. В бизнесе, карьере у него также свой показатель 21/3. От того, насколько он правильно решал задачи, связанные с ним, тоже зависело его процветание, да, его достаток. И в сфере воспитания перед ним стояла конкретная задача, на нее указывает показатель 7. И вот сегодня мы с вами будем разбирать, что же собой представляют эти показатели. Я буду приводить пример их анализа. И у наших слушателей будет возможность также что-то услышать по поводу своей матрицы личности, потому что если вы дадите свою дату в чат, да, по этой дате я смогу сразу же рассчитать ваш показатель матрицы личности и по нему что-то ценное и важное для вас сказать.